Всем привет, друзья, из Голубицка, Азовского моря. Сегодня у нас 17 августа. Вот здесь, кстати, у нас больница есть. Как он так называется? Амбулатория, да, простая. Вот часто спрашивают. На улице Красной. Рядом, где у нас Дом культуры, храм, рынок. Вот здесь вот все нужно искать, такие вот вещи. У кого там у детей температура бывает, здесь вас могут принять. Если уже где-то вечером там, то, конечно, это в Темрюк только ехать. Тоже вопрос такой важный. Вот здесь вот у нас рынок, идет ремонт. Сейчас его перенесли вот туда, вот чуть подальше, за этот магнит. Сразу вот эти все вопросы я озвучу по пути. Вот, посмотрите, вот здесь вот у нас сейчас рыночек. Вот, видите, люди сидят. Лучше приходить с утра. Он сейчас вообще небольшой, но кое-что есть. А мы сейчас прокатимся, посмотрим, как море, как обстановка. У нас в Голубицкой сейчас медузы на берегу есть, море чистое. А из Пересыпи уже присылают там чуть побольше их на берегу. Но тоже море чистое, такое прозрачное, сегодня хорошее. Уже, конечно, ветерок поднимается. Может быть, оно уже немного и волнуется. Ну, посмотрим, прокатимся. Народу, кстати, в Голубицке, на удивление, много. Даже вот в верхней части, посмотрите. Это, конечно, удивляет. Этот год у нас удачный такой. И вот здесь вот, на выезде из Голубицка, тоже очень важный вопрос. Частый такой. Вот именно здесь сервис, автосервис, он работает. Я вижу часто там людей. Какое-то движение происходит. Вот, посмотрите. Вот как раз перед этим знаком. В общем, в сторону Пересыпи. Но зрители писали, где-то еще около заправки Лукойл есть сервис. Белорусы, кстати, путешествуют. Интересно. Там где-то в гаражах, в общем, открыт. Надо тоже сходить проверить, посмотреть. Все, вот мы теперь выезжаем. До Пересыпи тут 9 километров. Все очень близко. Кто ездит, кстати, сейчас в Веселовку, в Волну, вот так попутешествовать, не рискуйте. Катайтесь вот по этой старой дороге. Не по Крымской, ну, не по трассе Крымской. Там, потому что пробки сейчас практически частенько бывают. И можно попасть. Лучше в объезд через Тамань. Сейчас посмотрим, какая красота у нас тут в Голубицкой. Да, море сегодня спокойное, более-менее так. Люди уже купаются, я смотрю. Мы в саму Пересыпь не поедем, вот заедем здесь недалеко. Посмотрим, что между Голубицкой и Пересыпью происходит. Вот именно здесь у нас летают парапланеристы, кто хочет поразвлекаться. Слева мы только что проехали Голубицкий эстейт, там вино можно продегустировать, экскурсии водят по винным подвалам, там все такое. И вот рядышком полетать. Видео на канале тоже есть. Заходите, смотрите. Кстати, в Рутюб, друзья, там как бы есть канал, кто скачивает все мои видео подряд. Вот, не путайте, это не мой канал. Мой канал Деревенский за колхоз. Вот, я там нашим зрителям отвечаю, поэтому подписывайтесь в Рутюбе на мой канал. У других там видео все ворованные. Да, красота. А вот была Пересыпь как на ладони. Вот здесь вино есть недорогое. Кто любит так вот дегустировать, да? Тоже вдоль дороги и автокемпинги. Здесь у нас кемпинг для дальнобойщиков. Смотрите. А такая красота у нас, друзья, посмотрите. Людей здесь немного, на этом месте.
Но, в принципе, для этих мест, опять же, это, конечно, смешно звучит, много. Потому что здесь у нас вот эти базы, автокемпинги, много заброшенных мест, вот видите. И пляжи как бы пустые. А вот если сейчас я вам приближу, вот там дальше, вы увидите, где автокемпинги такие популярные, там больше людей. Поэтому вот как бы так получается. Для диких пляжей это нормально. А здесь у нас именно вот такие дикие пляжи есть. Море сегодня офигенное. Смотрите, медуз действительно нет здесь. Да, потрясающе. Пойдем купаться, да? Пойдем. Друзья, просто невероятная красота. Сейчас я вам покажу морюшко. Очень много рыбок. Вот они нас от медуз и спасают в этом году. Этот год вообще аномальный. Смотрите, какая вода. Медуз практически у нас нет по сравнению с теми годами. Так, периодически они приходят иногда. Но это вообще мелочи. В основном так выбрасывают их на берег. Блин, шикарная погода, шикарная обстановка. Смотрите, как на тебя ловит, да? Вообще класс, друзья. Просто рай. Я вообще даже на Черное море не тянет. Ездим так, когда вот друзья, знакомые приезжают. Азовское море, я не знаю, в 1000 раз лучше. Сейчас опять черноморцы будут тут возникать, там кричать. Но это не важно, друзья. Я так считаю. Азовское море — это просто рай. Сказка. Просто рай, друзья. Я на этом буду заканчивать. Такое коротенькое видео. Сейчас попробую загрузить его сразу. Всем удачи, друзья. Счастья, как всегда. До свидания.